Это Саша Зайцев, студент вуза. И к Насте он испытывает чувства, но он не в курсе, как себя вести круто перед главной умницей и красавицей института. Саша дико робкий и нерешительный, и поэтому так стесняется подойти к ней. Ведь когда она рядом, даже говорить затруднительно. Приходится ждать, чтобы эмоции подутихли. Но если вдруг что-то бьет его по голове, или же в глаза ударяет яркий свет, или, например, оглушает громкий звук, он становится Федором, который очень крут. Решителен и полон сил, разрушителен и непобедим. Он альфа-самец и сам себе господин. Зайцев плюс один. Им будут наказаны хулиганы, ему будет принадлежать сердце любимой дамы. Он точно будет в институте самым популярным. Зайцев плюс один.